Рассказали, значит, о нашей культуре, истории, о флаге, о гимне, когда он и кем был написан, когда флаг был принят и что обозначает вот эта вот символика. И каждый педагог к этому мероприятию подготовил, когда мы рассказывали о своей истории, генеалогическое древо. Вот таких вот уникальных 11 деревьев приготовили наши сотрудники. И узнавали историю. Конечно, очень сложно. В связи с депортацией где-то фотографий не было, где-то были забыты имена. И вот это вот наше мероприятие, каждый этап заканчивался нашим национальным танцем «Хуран», в котором участвовали все наши сотрудники. И в конце наши девочки, мы показали, какие мы хорошие хозяйки, и угостили крымско-татарскими блюдами. Дети пели, танцевали, рассказывали стихи, говорили на крымско-татарском языке.